Интересный досуг для переселенцев и местных жителей организовали в Северодонецке. Всех желающих пригласили на совместный отдых с горячим гуляшом и прогулками на катамаране по Парковому озеру. Как прошла первая встреча из четырех запланированных, расскажет Анастасия Волкова. Как подружить переселенцев и местных жителей? Придумали организаторы проекта «Тримай баланс». Всех желающих пригласили на пикник на берегу Паркового озера. Проект «Тримай баланс» направлен на то, чтобы смогли адаптироваться люди и интегрироваться, потому что здесь приходят как местные жители, так и переселенцы. Участие в проекте бесплатное. Здесь можно обрести новых друзей. Интересно провести время и научиться управлять катамараном. Это уникальное плавсредство, за счет которого люди могут стать одной командой, потому что в катамаране, если будет грести только один человек и не будет работать вся команда, то он будет или стоять на месте, или крутиться по кругу. А когда работают все вместе, когда люди дружат между собой, то катамаран движется вперед. Это такая аналогия с жизнью. На первую встречу пришли семьи с детьми. От прогулок на катамаране в восторге. Очень, между прочим, хорошо. Особенно было такое, знаете, небольшое развитие для детей. Как бы детям было интересно. Увидели там рыбок, увидели черепашку, познакомились, уточек. Мне понравилось кататься на катамаране. Те, кто не попал на этот пикник, приглашают на дружеские встречи, которые будут проводиться в следующие три субботы. Анастасия Волкова, Андрей Бригидер, Подиим.